год со святителем Игнатием Брянчаниным. Кто пред всяким делом и словом обращается молитвою к Богу о вразумлении, помощи и благословении, тот совершает жительство свое как бы под зорами Бога, под Его руководством. Навык к такому поведению удобен. «Ничего нет быстрее ума», — сказал великий Варсонофий. «Ничего нет удобнее, как возводить при всякой встречающейся нужде ум к Богу».